новый проект «Краснодарский край», «Новороссийск» и «Крым». Проект будет называться «Фотокруг». Будет участвовать порядка 9 или 10 фотоклубов. То есть это движение нарастает, очень заинтересовывает авторов, будет много участников. И в 2017 году, скорее всего, в конце марта, выставка, порядка 100 работ будет у нас. То есть мы будем снимать «Бессмертный полк», и вот будет все работа 10 клубов. Так что, ребята, у нас впереди еще очень интересные выставки, много работ. То, что нам предоставят. Кстати, у нас же следующий год в области культуры под эгидой 200 лет Айвазовскому. Есть такое помещение Европы. Это так скульптура. Вы там не были, что ли? А это не собрали. Я когда его это уже практически ночь. Да, какие еще вопросы? Вот такое вот у нас сегодня 8-летие фотоклуба «Отражение» с детворой, с награждением и с фотовыставкой ребят. Вот так и живем.